первый снег в Крыму за эту зиму. Вот сегодня 8 февраля, и у нас выпал первый снежочек. Смотрите, какой он красивый. Все беленькое. Правда, цветочки, не знаю, будет вам видно или нет. Вон зелененький видно. Возле пенечка. А, вот, зелененькие цветочки только начали вырастать. Ну и расцвели ноготки. Их уже присыпало снегом. Котейки сидят, на птичек охотятся. Вот такая вот у нас красота. В этом году детишкам, конечно, радость. Правда, обещают, что он завтра или послезавтра уже растает. Вот такая у нас в Крыму красота.